В поселке Чертинский появился счастливый островок. Именно так называется летняя спортивная площадка, действующая при станции юных техников. В детворе, посещающей площадку, скучать не приходится. Второй сезон, к примеру, открыла программа «Мы расправляем паруса». Обязуюсь чтить и выполнять морской кодекс. Обязуюсь чтить и выполнять морской кодекс. Если кто нарушит клятву, того бросят на съедение акулам или оставят на необитаемом острове без сладостей. Шутка, конечно. На самом деле ребят ждало немало приключений. Юные путешественники преодолевали препятствия на импровизированных ходулях, участвовали в веселых эстафетах, искали подсказки, которые помогали приближаться к заветной цели – найти клад. Ребята все справились на отлично. Поиграли, набегались, напрыгались. Ну и, конечно же, для них было удовольствие побаловать себя сладостями. Стоит сказать, что организаторы летнего отдыха в Чертинском и Новом городке постоянно стремятся придумать что-то новое, неповторимое, чтобы каждая летняя смена запомнилась детям своей изюминкой. Например, этим летом появилась возможность организовать выездные мероприятия. Каникулы в разгаре, а это значит, что ребят ждут новые сюрпризы и новые эмоции.